Всем привет, с вами Информ-ТВ. Аглая Шиловская – популярная актриса российского театра и кино, известная по фильмам и сериалам в стиле джаз, «Моя безумная семья», «Чудотворец» и другие. Перспективная артистка является достойной представительницей кинематографической династии Шиловских, также известна зрителям по шоу «Голос 3» и «Точь в точь». Родителями девушки являются известные в актерской среде Светлана и Илья Шиловские. Дед Аглаи Всеволод Шиловский также знаменит своими актерскими и режиссерскими работами в отечественном кинематографе. Шиловская экстерном окончила музыкальную школу и в 15 лет поступила в Щукинское училище. Творческая биография девушки стартовала уже после окончания первого курса «Щуки». Актриса дебютировала в известной картине Станислава Говорухина в стиле джаз, идеально исполнив главную роль. Известно, что в 2011 году у актрисы был бурный роман с популярным актером Иваном Стебуновым, являющимся экс-супругом Марины Александровой. Знакомство произошло на съемочной площадке, где коллеги играли влюбленную пару в картине «Моя безумная семья». Аглая и Иван полностью вошли в образ собственных героев как на сцене, так и в жизни. Спустя месяц после знакомства в кругу общения актеров пошли слухи о том, что молодые люди планируют пожениться. Журналисты начали уверенно называть актеров мужем и женой, но свадьба Шиловской и Стебунова так и не состоялась. Бывшие влюбленные оставили в тайне формат отношений и причину расставания, которые стали обсуждаемой темой у журналистов. Тогда тайну личной жизни Аглаи раскрыл дед актрисы, заявивший, что ни о какой свадьбе между его звездной внучкой и Стебуновым не может быть и речи. Всеволод подчеркнул, что пара давно рассталась и у девушки уже появился новый избранник, имя которого держалось в секрете. Но вскоре стало известно, что актриса встречается с коллегой из театра имени Вахтангова, которого зовут Федор Воронцов. Он на 7 лет старше Аглаи, уже был женат, от первого брака воспитывает сына Матвея. Федор тоже из актерской семьи, его родители – артисты Михаил Воронцов и Елена Ивочкина. Шиловская не упускает случая подчеркнуть, что ценит в избраннике ум и характер. 2 года назад в личной жизни девушки произошло важное событие. Она вышла замуж за Федора. Как позднее рассказал репортерам супруг актрисы, он успел попросить благословения на брак у своего отца, который находился к тому времени уже в тяжелом состоянии. Смерть Михаила Воронцова омрачила последующее радостное событие. Тем не менее, в середине 2017 года состоялась свадьба, на которой присутствовал узкий круг лиц. Шиловская и ее муж – большие домоседы, а вместо посещения дружеских вечеринок они предпочитают проводить время на катке или прогуливаясь по парку. Как сообщила сама актриса, она уже задумывается о материнстве и надеется, что в ближайшем будущем в ее семье появятся дети. А вам нравится Аглая? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!